Война шла уже полгода. Еще летом, когда солдаты уходили на фронт, многие из них искренне верили, что вернутся домой до осеннего листопада. Но зиму они встретили в окопах. Западный фронт замер. Восточный готовился к новым боям. А на Кавказе русские войска сошлись в смертельной схватке со своим старинным врагом – Османской империей. Погоди, погоди. Чайку бы погреться. Может, у его благородия позычить? Сдурел, дядя. У генерала кипяток просить? А чё? Он нам теперь и не начальник. Давай, побегли дальше. Ну, давай. Нечего тут. Александр Захарьевич Мышлаевский. Генерал от инфантерии. Помощник главнокомандующего 1-й Кавказской армии и кавказского наместника графа Воронцова-Дашкова. Фактически, командующий русскими войсками в Закавказье. Александр Захарович, вы что же это? А что? Драпаете. Прикажете дожидаться турок? Я не самоубийца. Взгляните в окно. Они уже жгут костры у нас под окнами. В городе даже нет регулярных частей. Это конец. Сорокомыш нам оставить никак нельзя. Кроме того, я полагаю, наши ресурсы отнюдь не исчерпаны. Я шапкозакидательству не обучен. Я отдал приказ об отступлении по всему фронту. Все, можете идти. Кто отвечает за оборону Сорокомыша? Полковник Букретов. Кто это? Не знаю. Казачий полковник оказался проездом из отпуска. Уже принял командование. Честь имею. Хорош генерал. Нечего сказать. Самохин. А? Я? Сыщи-ка мне этого полковника Букретова. Слушаюсь. Николай Николаевич Юденич, генерал от инфантерии, герой русско-японской войны, награжден Георгиевским оружием. В декабре 1914 года начальник штаба Кавказской армии. Один из самых успешных русских генералов Первой мировой войны. Последний в истории кавалер ордена Святого Георгия второй степени. Прошло лишь несколько месяцев с начала войны, а она уже вышла за пределы Европы. В ноябре 1914 года Турция начала войну против России. Русские генералы были уверены в скорой победе. Первые недели боев действительно были успешными, и командование пропустило момент перехода противника в наступление. Турецкий военный министр Энвер Паша сосредоточил на Кавказе 90 тысяч солдат против 63 тысяч человек русской армии. Турки так спешили, что даже не позаботились о теплом обмундировании для солдат, рассчитывая, что все необходимое те снимут с разгромленных русских и местного населения. Затерянный в горах восточной Турции городок Сарыкамыш был стратегически важен и для русских, и для турок. Через его железнодорожный узел проходили все пути поставок русских войск, а в самом городе находилась их главная передовая база. Если бы турки смогли взять город, они бы получили все необходимые припасы, окружив и уничтожив всю кавказскую армию. Кавказ для России был бы потерян. 9 декабря два турецких корпуса вплотную подошли к городу. Командующий армией генерал Мышлаевский поспешно выехал в Тифлис, передав полномочия своему начальнику штаба генералу Юденичу. Первое, что сделал Юденич, немедленно отменил приказ об отступлении. Он был уверен, что за несколько недель непрерывного движения в горах турки уже выдохлись. 12 и 13 декабря в Сорокомыше и его окрестностях развернулись ожесточенные сражения.
Ударили морозы, и лазутчики извещали, что плохо одетые и необутые турецкие солдаты тысячами гибнут от холода. Да, винтовочек-то не густо. Отнесли, ваше благородие? Чего еще таскать-то? Подожди. Что там, постреливают? Постреливают, ваше благородие. Давай. Позвольте вопрос, ваше благородие. Ну, давай вопрос. Сколько нам продержаться-то надо? Полковнику Букретову, принявшему под командование две пластунские бригады и 250 выпускников школы прапорщиков, две дружины ополчения и некоторые другие наспех сформированные части, нужно было продержаться хотя бы трое суток до подхода подкреплений. 18. Где он, ваше благородие? Не продержимся. Вот теперь продержимся. Продержимся, Макаров! Ты хоть знаешь, что это такое? Лучший друг Максим. Теперь точно продержимся. Опускай. А ну, братцы, еще двое. Помоги взять. Давай. И раз. Пулемет американского изобретателя Хайрама Стивенса Максима появился в 1883 году и стал первым в мире настоящим автоматическим оружием, совершившим своего рода революцию в военной тактике. Хорошо обученный солдат из обычной винтовки мог делать не более одного выстрела в 2-3 секунды. Пулемет же вел огонь со скоростью до 10 выстрелов в секунду с прицельной дальностью до 1 километра. 2-3 таких пулемета могли сдержать атаку огромных подразделений, удерживая в паническом страхе атакующего врага. С 1904 года пулеметы производили на Тульском оружейном заводе. «Максим», чаще именуемый в народе как пулемет «Максим», производился более 60 лет, до 1945 года, став одним из самых легендарных и успешных образцов оружия 20 века. 16 пулеметов, обнаруженных в железнодорожном эшелоне в Сарыкамыше, позволили Букретову и его крошечному отряду продержаться трое суток, отбивая турецкие атаки. Вскоре подошли подкрепления, отправленные Юденичем. За два дня до наступления нового 1915 года турки начали решающий штурм. Они прорвались в центр города, захватив железнодорожную станцию. Им казалось, что победа совсем уже близко. Да сядь же ты, наконец, Ричард Иосифович! Не могу, усну. Михаил Алексеевич Пржевальский. Генерал от инфантерии. Двоюродный брат знаменитого путешественника и разведчика Николая Пржевальского. Прибыл в Сарыкамыш для руководства обороны города. Я понимаю, что у тебя был тяжелый переход. Но и ты же пойми, что твои две сотни – это наш последний резерв. Ричард Иосифович Термен, генерал-майор, исполняющий обязанности командира 1-й кубанской пластунской бригады. Возьми их. Возьми и действуй. Действуй по обстоятельствам. А, обстоятельства. Михаил Алексеевич, у моих пластунов вот какие. 20 часов по пояс в снегу. Половина обмороженных. Остальные смертельно устали. Смертельно, значит, до смерти. Так больше ж некому, Ричард. Ты понимаешь? Подкрепления не будет. Хочешь ты или не хочешь, а твоя очередь спасать Сарыкамыш. Я много чего хочу. Спасать, значит, будем спасать. Придется. Придется, будем спасать. Пластуны. Казачий спецназ. Отборные пешие части казачьих войск, предназначенные для разведки и рейдов по тылам противника. Отличились во время обороны Севастополя в Крымскую войну, в русско-турецкой войне 1877-1878 годов и в войне с Японией.
братцы, долго говорить не буду. Умереть мало. Нужно победить. И будем брать без выстрелов. В штыки. Внезапная атака кубанцев привела турок в ужас, и многотысячная армия дрогнула. Чтобы перегруппироваться и вернуться на позиции, у турок ушло несколько часов. К русским подошли подкрепления, и они перешли в наступление. Один турецкий корпус был окружен и взят в плен. Остальные замерзли в снегу. Третья турецкая армия прекратила свое существование. Из 90 тысяч ее солдат и офицеров под Сорокомышем было убито и ранено 60 тысяч человек. А еще около 6 тысяч турок было обморожено. Казавшийся неизбежным, разгром русских превратился в их громкую победу. Генерал-лейтенант Николай Юденич был назначен командующим Кавказской армии. Пржевальский и Букретов повышены в должностях и званиях и вместе с полковником Терменом награждены орденом Святого Георгия. В Османской империи начали искать виновных в этом разгроме. А в Европе тем временем главные бои шли в августовских лесах. Неделю уже воюем. На голодный желудок. А привоза из тыла все нет. Немец, говорят, все пути перекрыл. Конечно. Немец у нас во всем виноват. Плохо отцам, командирам. Без него пришлось бы. Родька, гляди, теленок. От своих, что ли, отбился? Пальнем? Взвод накормим. Смотрит бедолага. Хлебушка просит. Слушай, я не смогу. Можешь выстрелить сам? Только поточнее, ладно? Трудно промахнуться. Вон у него звездочка во лбу. Попал? А? Попал. Не падает. Родька, может, хоть кусок мяса съешь? Негоже как-то на голодный желудок воевать. Нет, спасибо. Не хочу. Чует мое сердце, затишью скоро конец. Немец наступать надумал. А французы, видать, спать надумали. Нет, чтобы у себя поднажать. Да и нам бы легче стало. Французов, небось, никто зря на убой гнать не будет. У них самодержавия нет. Они сами себе хозяева. И живут лучше, чем мы, между прочим. Ну, то ж французы. А мы люди простые. Нам и потерпеть не грех. А немцы, они хоть нам и враги, но народ культурный. И тоже лучше, чем русские живут. И поляки. Ладно, разобьем немцев и в себя порядок наведем. Пусть только война кончится. Есть люди, очень неглупые люди, которые считают, что не нужно ждать, пока война закончится. И раз уж нам дали в руки оружие... Ты скажи, студент, ты когда на войну шел, присягу какому царю давал? Российскому? Или, может быть, германскому? Братцы, налет! В укрытие! Среди добровольцев, вольноопределяющихся, или, как их называли солдаты, вольноперов, на фронте оказалось немало радикально настроенных бывших студентов, в том числе эсеров и социал-демократов. Уже в первый год войны они пробовали вести пропаганду среди солдат и обратить их штыки не против внешнего врага, а против собственного правительства. Но в 1915 году, пока еще не погиб кадровый офицерский корпус, пока русская армия держалась на крепких принципах верности царю и отечеству, эта агитация никакого успеха не имела. В
начале 15-го года русское командование планировало наступление, чтобы прорваться далеко вглубь немецкой территории. Немцы знали об этих планах и приложили все усилия, чтобы их сорвать. 10-я армия Фаддея Сиверса занимала удобные позиции в районе Мазурских озер под надежным прикрытием многочисленных водоемов и болот. Но в январе ударили невиданные морозы. Болота замерзли. По их льду в обход русских позиций немцы нанесли удар, прорвав фронт. О наступлении пришлось забыть. Сиверсу нужно было хотя бы удержаться на позициях. Один из важнейших транспортных узлов контролировала небольшая русская крепость Осовец, прозванная «Игрушечной». Ее защищали всего один полк пехоты и две артиллерийские батареи. Немцы были уверены, что крепость падет после первого же штурма. Но атака сменялась атакой, а крепость держалась. Немцы сменили тактику. Десятки орудий, в том числе и знаменитые убийцы крепостей «Большие Берты», не останавливаясь ни днем, ни ночью, вели огонь по бастиону. Бомбардировка длилась больше недели. Враг обрушил на крепость 200 тысяч тяжелых снарядов. Но невиданный случай в истории. Перед укреплением, которое начали строить еще в 18 веке, было бессильным все мощнейшее оружие века 20-го. Ответным огнем артиллерия крепости повредила несколько орудий большого калибра, в том числе две большие «Берты». Русское командование рассчитывало, что «Игрушечная крепость» продержится под огнем 48 часов. Она простояла больше месяца и осталась неприступной. И все же правый фланг русского северо-западного фронта отступал. Вдохновленное своими успехами немецкое командование решило разом покончить со всеми русскими войсками в Польше и начало стремительное наступление в районе города Августов. Над русскими войсками нависла угроза окружения. Это я, Родион. Не боись. Чего ты? Ну что, давай? Чего давай? Сегодня ж среда. Забыл, что ли? У нас же по средам это, как его, чистое писание. Чистое писание? Да-да-да. Ну так как ты будешь писать? Темнота какая. Да не, не сегодня же. Смотри, как луна шпарит. Как наш унтер сказал, светит, хоть пиши. Вот я и приполз. Давай, диктуй. Ну хорошо, ты готов? Да. Давай это. Белеет парус одинокий. Белеет парус одинокий. В тумане море голубом. В тумане море голубом. Глянь, Петька. Глянь, Петька. Написал. Петька! Давай, давай, просыпайся. Гусары смерти. Эх, спас нас! Да ладно! Родька! Молодец, Родька! Родион, молодец! Да ладно, брат! Ну, красава! Спас, ты понимаешь? Да спас! Корпус, в котором служил Малиновский, сумел вырваться из немецких клещей. Родион был представлен к награде – Георгиевскому кресту. Но начальник пулеметной команды, к которому Малиновский когда-то отказался пойти в денщики, вычеркнул его из наградного списка. Родион узнает об этом гораздо позже, как и о том, что в августовских лесах один русский корпус все же остался в кольце. 20-й корпус генерала Павла Булгакова не успел прорваться к своим. У бойцов заканчивались боеприпасы и продовольствие, но они продолжали сражаться. В штабе армии об этом не знали, считая корпус Булгакова уничтоженным. В
Вечером 20 февраля в штаб генералу Сиверсу явился 13-летний доброволец Миша Власов, посланный Булгаковым с просьбой о помощи. Сиверс принял решение на следующий день всеми силами идти на выручку. Но известить об этом окруженных не удалось. Не зная, что помощь близка, корпус Булгакова, продержавшийся в кромешном аду 10 дней, сложил оружие всего за день до наступления Сиверса. В плен попали около 20 тысяч человек. Но героическое сопротивление 20-го корпуса приостановило наступление 10-й и 8-й немецких армий. Попытка овладеть крепостью Осовец была сорвана. Германские войска понесли большие потери и не решили поставленной перед ними задачи. Немцы попытались переломить ситуацию, замкнув клещи на севере у города Праснош. Разрешите доложить. Впереди мост. Немцев мало. В случае чего, надо захватить заложника. Все остальное по плану. Выполняйте. Двадцать 27 февраля германские корпуса были выбиты из Прасныша, потеряв до 10 тысяч пленных. 2 марта русские 1-я, 12-я и 10-я армии перешли в наступление. За эту операцию Петр Николаевич Врангель был удостоен Георгиевского оружия. Его слава удачливого лихого кавалериста возросла многократно. Окружить армию Сиверса немцам не удалось, и стратегически Германия не выиграла ничего. Ожесточенные бои продолжались по всему Восточному фронту, куда переместился главный театр войны. Великие европейские державы безнадежно завязли в Великой Европейской войне. И это оказалось весьма на руку азиатской державе, которая давно собиралась восстановить и приумножить свое былое величие – Османской империи. Вот тебе и весна. Ага. А летом здесь снегу по шею, аль по колено. Да, Аршак, не жарко в твоих краях. Да, не жарко. Но мы перевал прошли, скоро долина будет. На, выпей. Согреешься. Ой. Что за пойло? Это самогон, что ли? Ты с чего гонишь? Из клопов, что ли, а? Обижаешь? Настоящий коньяк. А, мне б чайку горячего. Обижаешь, дорогой? Коньяк, дорогой. Ты... Слушай, что такой веселый, Аршак? Как будто бы на гулянку едешь. Я доброволец. Еду турок бить. Ух ты. Вот и веселый. Армянские добровольческие дружины в составе русской армии начали формироваться с началом Первой мировой войны. Добровольцы в них пребывали со всего света – Европы, США, стран Востока. Своей целью они считали освобождение армян, которые угнетались османскими властями и подвергались насилию по национально-религиозному признаку. Во всем мире армянами был развернут сбор денег для закупки оружия и снаряжения для добровольцев. Всего было сформировано 4 армянских добровольческих дружины, общей численностью до 9 тысяч человек. Скоро будет село.
Там мои родственники. Зарежем барана и погуляем. Что, и в этом селе родственники? Да, дядя мой с этих мест. Его все тут знают, вся долина. Куда ни появишься, везде праздник. Слышал? Что это? Собаки воют? Да нет. Это не собаки. Беда! Рохпир Гованежжан, нести цаваттанем, ангестаци. Дядя Аванес. Шуншкашир. Присядь. Инч, вот так. Катарум, инч, иди сюда. Это я. Аршак. Аршак. Сирануши Тагенем. Сын Сирануш. Ишумес. Ты помнишь? Мишткогете. Что случилось? Дядя Аванес. Где вы были раньше? Всех молодых согнали сюда. И детей тоже. Зарезали как баранов. Всего час назад. Если бы вы немного пораньше. Немного. Так началась армянская резня. Формальным поводом стало участие армян-добровольцев в войне на стороне России. После разгрома Турции под Сорокомышем именно армян объявили виновниками этого поражения, государственными изменниками и врагами. Настоящая причина была не менее абсурдной. Население Западной Армении, входящей в состав Османской империи, являлось помехой на пути для далеко идущих геополитических планов турок. Турецкие идеологи планировали создание новой сверхдержавы – Туран, в которую вошли бы все тюркоязычные мусульмане Малой Азии и Кавказа. Для создания этно-религиозного коридора от Турции к Исламскому Кавказу планировалось убрать с этих земель армян-христиан. Один из руководителей турецких радикалов, доктор Назым Бей, говорил: «Армянский народ надо уничтожить в корне, чтобы ни одного армянина не осталось на нашей земле и забылось само это имя. Я хочу, чтобы на этой земле турки и только турки жили и безраздельно господствовали». Операция была спланирована заранее. И 24 апреля 1915 года на территории Османской империи началось массовое убийство, которое позже назовут «великим злодеянием» или «геноцидом». Первый в мировой истории случай тотального уничтожения одного народа другим. Были зверски убиты более 100 тысяч армянских солдат, призванных на службу в турецкую армию. Затем начались депортации. Людей вывозили в вагонах для скота или гнали пешком по пустыне, чтобы большинство погибло еще по дороге. Порой их грузили на баржи и просто топили в Черном море. Способы массовых убийств, которые будут использовать фашисты, в том числе передвижные камеры с горячим паром и медицинские эксперименты на детях и беременных, применялись турками еще в Первую мировую войну. Точное число жертв геноцида неизвестно до сих пор. Турецкие историки называют цифру 200 тысяч. Историки других стран – от 800 тысяч до 1,5 миллионов. Армяне яростно сопротивлялись убийцам везде, где только могли. Город Ван поднял восстание и держал оборону против турецкой армии. Из 30 тысяч ванских армян только 1500 имели оружие. Его делали из подручных средств и сражались все, включая женщин и детей, мужественно, отчаянно и безнадежно. Против регулярной турецкой армии они продержались 4 недели. 16 мая на помощь подошли русские войска. Первыми в город вошли бойцы армянской добровольческой дружины. 24 мая Великобритания, Франция и Россия подписали совместную декларацию, которая объявила происходящее в Турции преступлением против человечества. Великобритания решила вывести Турцию из войны,
Для этого была разработана специальная операция – силами флота занять проливы Босфор и Дарданеллы. Автором идеи был Уинстон Черчилль. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Выходец из аристократического семейства герцогов Мальборо, участник войн в Индии и Африке, получил известность как журналист. Затем занялся политикой. С 1911 года – военно-морской министр. Развернул энергичную деятельность по модернизации британского флота. 19 февраля 1915 года англо-французская эскадра начала обстрел фортов, закрывающих вход в пролив Дарданеллы. Почти месяц эскадра вела обстрел береговых укреплений турок. Однако вскоре несколько их кораблей подорвались на глубоководных минах. Впервые морские мины начали применять еще в Крымскую войну в середине 19 века. Но моряки считали их вспомогательным средством, оружием слабого и оружием подлым. К 1914 году морские минные заграждения использовались уже повсеместно. Наиболее распространенными были сферические якорные гальваноударные мины. Железный шар диаметром около метра наполнялся взрывчаткой весом до 600 килограммов. Шар оставался наполовину полым, что позволяло ему держаться на плаву. Специальный трос соединял его с якорем. На поверхности шара устанавливались характерные рожки, контейнеры, содержащие кислоту. При малейшем соударении с корпусом корабля кислота протекала в батареи и в электрическую цепь подавался ток, вызывая взрыв чудовищной силы. За годы Первой мировой от рогатой смерти, как называли это оружие моряки, погибло 586 торговых судов и 207 боевых кораблей, в том числе 9 линкоров, 10 крейсеров, 106 миноносцев и 58 подводных лодок. С 1914 по 1918 год на разных морских театрах было поставлено свыше 310 тысяч мин. Это затрудняло навигацию, и после войны огромное количество мин продолжало плавать по морям, неся гибель мирным судам. После гибели кораблей британцы и французы начали готовить десантную операцию. Провести ее союзникам ничего не мешало. На Западном фронте в это время крупных сражений не было, во Франции тоже шли только бои местного значения. Смотри-ка, нашему Адольфу уже не терпится убить пару англичан. Гитлер хочет еще один железный крест получить, одной железки ему мало. Прусский и германский орден «Железный крест» был учрежден 10 марта 1813 года как награда в освободительной войне Германии против Наполеона. Получить его могли любые военнослужащие, независимо от звания. Первую мировую награжденных «Железным крестом» первой степени было более 5 миллионов, что дискредитировало эту награду и дало повод называть ее «железкой». Для сравнения, кресты святого Георгия первой степени за всю войну получили лишь 33 тысячи русских солдат. Сейчас снова пойдем. Да, точно. Четвертая атака уже. Вперед! Сколько наших положил? Гитлер все-таки получил второй железный крест, но только в ноябре 1918 года. Это было весьма редким явлением. За всю войну двумя железными крестами
было награждено не более 200 тысяч человек. На Западном фронте, где служил будущий германский диктатор, заработать награды было непросто. Шла позиционная война. Во время Первой мировой человечество впервые узнало, что это такое. Вместо решительных переходов и героических сражений противники опутывались колючей проволокой, сооружали железобетонные доты и месяцами гнили в окопах. Шаг вперед, два шага назад, потом наоборот. А в целом на Западном фронте без перемен. Но именно позиционная война приносила самые большие потери. Непрерывное, упорное, методичное и беспощадное уничтожение живой силы противника любыми доступными средствами. В феврале 1915 года французы попытались наступать в Шампани и Артуа. Потери французов составили 91 тысячу человек, англичан – 13 тысяч человек. Оборону прорвать не удалось. Весной французы вновь пошли в наступление и, потеряв 64 тысячи человек, вновь откатились обратно. Война превращалась в кошмарный сон. Только вот тысячи мертвых солдат на полях и виноградниках были реальностью. И германское командование решило разорвать этот замкнутый круг. Одним ударом сломить сопротивление противника и уничтожить его боевой дух. Идею позаимствовали из фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», где было описано массовое уничтожение марсианами населения Земли. Ранним утром 22 апреля 1915 года у бельгийского города Ипр со стороны немецких позиций появилось ядовито-зеленое облако и, подгоняемое рассветным ветерком, поползло к французским окопам, стелясь по земле, затопляя траншеи и воронки. Это было отравляющее вещество, названное впоследствии ипритом по имени бельгийского города. Капрал! Капрал! Что это? Офицер-очевидец вспоминал. Сначала удивление, потом ужас и, наконец, паника охватили войска, когда первые облака дыма окутали всю местность и заставили людей, задыхаясь, биться в агонии. Те, кто мог двигаться, бежали, пытаясь большей частью напрасно обогнать облако хлора, которое неумолимо преследовало их. Летучая смерть заполонила собой все вокруг. Никто понятия не имел, что это такое. Каждый вдох раздирал легкие. Никаких средств защиты у французских солдат, разумеется, не было. Ядовитый газ в считанные минуты отравил 20 тысяч человек, из них 5 тысяч умерли на месте в страшных муках. Паника охватила соседние части. Охваченные смертельным ужасом солдаты толпами бежали в тыл, оставив без защиты линию фронта шириной в 10 километров. Так началась новая война и новая эпоха. Эпоха оружия массового поражения. Снаряды, имеющие единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы, запрещала Гаагская декларация 1907 года, с которой согласились Франция, Германия, Италия, Россия, Великобритания и Япония. Декларацию нарушили в итоге все. За время войны на полях сражений было применено 125 тысяч тонн химических боеприпасов, в том числе 47 тысяч Германии. Наиболее опасными были хлор, фосген и иприт. Общие потери от химического оружия оцениваются в 1 миллион 300 тысяч человек, в том числе порядка 100 тысяч убитыми. Даже сами немцы не предполагали, каким результатом приведет применение химического оружия. Германское командование не подготовило резервы, и для решительного прорыва сил не нашлось. Французы быстро закрыли брешь в обороне. Когда спустя несколько дней последовала вторая газовая атака, нужного эффекта она уже не имела. Французские солдаты запаслись влажными тряпками, прообразом респиратора.
Ученые Англии и Франции начали срочно разрабатывать средства защиты от боевых отравляющих веществ. Вскоре этой проблемой придется заниматься и российским специалистам. Но пока время массовых газовых атак на русском фронте еще не пришло. На Восточном фронте весной 1915 года главные события происходили в Галиции. Здесь эпицентром борьбы оставался австрийский город-крепость Перемышль. Австрийцы говорили, пока Перемышль не взят, русские владеют Галицией лишь временно. Как только основные части австрийской армии соединятся под Перемышлем с гарнизоном крепости, вся восточная Галиция вернется к Австро-Венгрии. Русское командование это прекрасно понимало и готовило осадную операцию, которая станет крупнейшей за всю войну. Перемышль вместе с Краковом и Львовом входили в тройку мощнейших городов-крепостей Европы. Длина ее внешних укреплений составляла 45 километров. Гарнизон в мирное время насчитывал 40 тысяч человек. Мирное население – более 50 тысяч человек. Крепость имела 2000 орудий. В октябре 1914 года взять Перемышль русским войскам не удалось. С ноября крепость осаждала 11-я армия под командованием генерала Селиванова. Уникальный случай в мировой истории. Осаждавшая армия по численности уступала осажденному гарнизону и не имела осадной артиллерии. Селиванов, окружив крепость, рассчитывал взять ее измором, но австрийцы были убеждены в ее неприступности и своей скорой победе. Из письма австрийского офицера. Перемышль не падет. Будьте в этом уверены. Мне жаль, что вы не можете видеть спокойствие и уверенность, с которой мы идем на службу, удобство и комфорт, в которых мы живем. В середине декабря 30 тысяч солдат гарнизона крепости попытались прорвать линию осады, стремясь соединиться с основной армией. От австрийских позиций их отделяли всего 48 километров. Но русские сумели загнать их обратно в крепость. Австрийское наступление в Карпатах, которого так ждали осажденные, началось только спустя месяц. Стояла страшная зима 1915 года, которая выдалась аномально суровой для Европы. В Карпатах стояли сибирские морозы, а уровень снега был местами выше человеческого роста. А я вам говорю, Алексей Алексеевич, что надежды на успех нет никакой. В таких условиях, да еще с ограниченным запасом патронов, люди идут в штыковую, по грудь в снегу. И что вы предлагаете? Нужно отвезти мой корпус к Санаку. А вы понимаете, что это нарушит стойкость всего фронта? И поднимет дух противника, который получит шанс добиться освобождения Перемышля. Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить? Там часовой на посту замерз. Позвольте сюда внести, до лазарета не дотащим. Пурга. Да, давайте, конечно. И фельдшера позови. Я мигом. Почему не сменили вовремя? По уставу смена караула каждый час. Виноват. Заплутали. Пурга, ваше высокопревосходительство. Свободно. Вот, извольте. Караул не смог найти часового. А воевать-то как прикажете? Ваше высокопревосходительство, разрешите? Конечно. Чайник поставь. И найдите там таз какой-нибудь, что ли. Много у вас в лазарете обмороженных? Да почти все. Раненых до лазарета дотянуть не могут. Как их найти-то в снегу? Упал и все. А тех, кто замерз, тех видать. Винтовки из сугробов торчат. Видишь, как руки захолодели-то? И не разожмешь? Не разожмешь. Владимир Михайлович, я, безусловно, запрещаю какой бы то ни был отход назад. Я приказываю держаться. Вам ясно?
Так точно. Ценой огромных потерь 8-я армия генерала Брусилова удержала австрийцев и не позволила им подойти к Перемышлю. Через месяц армия Селиванова получила подкрепление и осадные орудия. В Перемышле к этому времени уже забили на мясо не только весь скот, но и 13 тысяч войсковых лошадей. Однако и этого было ничтожно мало для 130-тысячного гарнизона. Комендант Перемышля генерал Кусманек выпустил призыв к войскам. «Я надеюсь, что вы стальным клином прорвете железное кольцо противника. Мы должны прорваться, и мы сделаем это». 14 марта 1915 года русские начали артподготовку перед решительным штурмом. 18 марта в крепости была выдана последняя порция хлеба, одна на 4 человека. 19 марта в 5 утра осажденные предприняли отчаянную вылазку. Но после 9-часового боя отступили в город, потеряв 3500 убитыми и ранеными и 4000 пленными. 20 марта комендант Кусманек начал переговоры о сдаче. Перед капитуляцией он распорядился расстрелять все боеприпасы, взорвать укрепления крепости и уничтожить оружие. Венгерские гусары, оставшиеся в крепости, изрубили саблями на мелкие куски свои полковые знамена, чтобы не достались противнику. Лоскутки разобрали себе офицеры на горькую память. 22 марта крепость пала. Русские войска пленили 120 тысяч солдат и 2500 офицеров противника, захватили 900 орудий. Со взятием Перемышля заканчивалась целая эпоха в военной истории. Развитие новой мощной артиллерии, а затем и авиации вскоре сделают невозможным продолжительную оборону крепостей и выживание в их стенах многочисленных гарнизонов. За месяц до этого в Константинополе бывший подданный Российской империи Израиль Гельфанд, известный в эмигрантских кругах как Александр Парвус, передал немецкому послу свой меморандум о том, как вывести Россию из войны, организовав в ней революцию. Роль главной действующей силы Парвус отводил большевикам. Германское правительство приняло план и выделило на его реализацию 2 миллиона марок вместо запрошенных 5. В это время по всей Российской империи народными гуляниями и колокольным звоном отмечали взятие Перемышля. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич стал кавалером ордена Святого Георгия второй степени. Генерал Селиванов – ордена Святого Георгия третьей степени. Генерал Брусилов получил звание генерал-адъютанта, которое давало право личного доклада императору и считалось одним из высших почетных отличий. Николай II решил поздравить свои войска лично и отправился в Галицию, где вместе с Брусиловым осмотрел руины Перемышля. Вернувшись в Петроград, император с восторгом рассказывал жене о доблестных русских воинах в Галиции. В это время в Берне Александр Парвус встретился с другим русским политэмигрантом – Владимиром Ульяновым, известным под псевдонимом «Ленин», и предложил ему свой план организации русской революции на немецкие деньги. Ленин категорически отказался. Он собирался идти своим путем. Весной пахнет. Чуешь? Чую. Вот скажи, Родька, ты вроде человек грамотный. Ну? А не приходилось ли тебе задуматься, ради чего это все? Ради чего наши товарищи погибают? Кому это нужно? А кому? Исключительно мировому капиталу. Нам с тобой это совершенно не нужно. Да? Ты брось это. Больно умный, что ли? Не кипятись. Я статьи читал. Мне друзья из Швейцарии привезли. Нелегальные, понял?
Революционеры, что ли? А ты, я смотрю, парень шустрый. Откуда знаешь? Слыхал. Так вот, в этих статьях все. И про войну, и про капитал на пальцах объясняется. Написал Ульянов Ленин. Не слыхал? Нет. Но я дам тебе почитать. Только ты это... никому. Хорошо. Первая мировая война, наращивая обороты, катилась дальше, подминая под себя и разрушая до основания весь старый европейский мир.